Ребятки, привет, это Хижина Музыканта. Ну что, посмотрите на эту цифру, долгожданные 3 миллиона подписчиков на канале Хижина Музыканта. Мы это сделали. Спасибо хижинятам, которые просидели со мной в эфире 6 часов. В ночь с 24 на 25 ноября, во время Черной Пятницы, во время прямого эфира на канале мы пробили эту цифру. Это было незабываемо. Спели около 40 песен. Попробовали чат-рулетку в прямом эфире впервые. Ребят, вообще интересная неделя получается. Третий ролик за неделю. Просто вау. Поэтому, ребята, авансом поставьте лайк, подпишитесь на канал. Погнали смотреть. Приятного. Спасибо. Че это такое, бублик? Нифига, я давно не видел его. Откуда это нашли? Вы что, магазин ограбили? Просто не знаю, оптовый склад. Оптовый склад? А, ты там работаешь? Нет. А как? Купили. Купили, а он продается, блин, неожиданно. Даже впервые за долгое время кушаю. А, ты сколько дней уже не ешь? Не ел. Имеется в виду бублик. А, ну ты тоже как будто немного ешь, так выглядит. Нет? Худая. Или... даже? Ну да, вы обе худые, кажется, да? Да. Я тоже худой? Ну да. Ну, накачанный. Так сделай. Так? А, бомба. Бомба? Не, вот бомба. Да, да. Это согласна. Музыка это на первом месте. Да. А еще лучше, когда знаешь, что надо спеть. Потому что, знаешь, так получается... Начинаешь петь, а человек не знает эту песню. Или, типа, да, да, вообще да. Не удивляется. Вот вы каких певиц слушаете? Ну, кроме Анасти, там... Я как-то догадался, что вы ее слушаете. Мы все слушаем. В принципе, да, мы, если нравится песня, нам разницы нет, кто ее поет. Блин, это обычный ответ. Ну, у вас там в плейлисте что? Какие артисты? Так, у меня Рауф и Фаик. Давно не слышал о них, кстати. Да, старые песни слушаю их. А, этот, который детство, что ли, там? Да, 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 да. Но я другие песни их тоже слушаю. Рауф, давай детство вспомним. Давай. Давно уже прошло же все-таки. Услышать, как же это будет звучить. Звучать на гитаре? А вы никогда не слышали, что ли? На гитаре нет, а... Ага, ну давай попробуем. Давай. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю детство. Наше место, но 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, вот мне до толку. Это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся. Детство, помню наше место, но 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, вот мне до толку. Это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся. Какой же ты молодец. Спасибо. И голос... Помню, оказывается. Да. Давно есть... я ее исполнял, если честно. Есть Инстаграм. Да. Вы откуда, кстати? Дагестан. Нормально. Ну вот, если что. А ты? Казань. О. Так. У вас там холодно, да же? Сейчас. Снег по полной, да, программе. Да. У нас тоже. А у вас что? У нас тоже очень холодно. Что? Что? Это ты? Ошалеть. Ошалеть. Классное слово. В смысле я? А чё я? Нет, так много подписчиков. У тебя ещё и галочка. Вау, круто, да? Тикток почти 2 миллиона. Тикток? А сейчас ТикТок ценится сильнее, чем Ютуб, что ли? Нет, Ютуб всегда на первом месте.
Вот, респект, это правильно. Это YouTube, это неизменное. Какие бы социальные сети не были, YouTube всегда на первом месте, лично для меня. Сильно сказано. Да. Вот прямо в душу так и есть. О, художник, привет. Здорово, гитарист, что ли? Ну да. Что там рисуешь? Покажешь? Да. Олень, что ли? Это кит. А, симпатичненько. А для чего? Спасибо. Это я разрабатываю дизайн новых пластиковых карт там, для Тинькофф. Серьезно? Для Тинькофф? И давно? Да. Да нет, я только начал с ними работать. Я очень долго, короче, копил на iPad, на всякие штуки, гаджеты, да, чтобы начать работать. Знаешь, сейчас техника очень дорого стоит. Да, этот парень бы уже давно работал и имел большое портфолио, если бы додумался, что всю технику по типу iPad для рисования можно купить кредитной картой Тинькофф Платинум. Возможно, тогда именно он был бы автором нового лимитированного дизайна, подчеркивающего уникальность регионов России. Вы только посмотрите на эту красоту. Тигр олицетворяет Дальний Восток, орел – Кавказ, олень – Поволжье, медведь – Сибирь, волк – Урал, леопард – Юг. Выбирай свою до конца ноября и получай бесплатное обслуживание навсегда. Наш художник смог бы не просто получить рассрочку на свою покупку до 12 месяцев, но еще ему прилетел бы хороший кэшбэк. Между прочим, по спецпредложениям он может доходить до 30%. Кредитный лимит карты до 1 миллиона рублей, так что он быстро смог бы себя обеспечить необходимым оборудованием и начать зарабатывать, занимаясь любимым делом. Еще с карты Тинькофф Платинум доступны бесплатные переводы на карты любых банков до 50 тысяч рублей в месяц без подписки. А с подпиской Тинькофф Про до 100 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании и успевайте оформить свою карту Тинькофф Платинум в лимитированном дизайне до 30 ноября, чтобы получить вечное бесплатное обслуживание. Привет. Спой песню про красивую блондинку. И брюнетку. А есть такая песня, разве? Ну, я тебе сейчас скажу. Блондинка и брюнетка самые лучшие на свете, подружки. О! Слушай, есть такая песня, ты мне сейчас напомнила. Давай. Такая, Мария. Так прикольно на танцполе, и народ смешного пола ловит ритмы сотни килобайт. Звуки музыки заводят и с ума немного сводят. Только ты не будешь танцевать. Только ты не будешь танцевать. В Москве и Коста-Рике, в Париже, в Таганроге брюнетки и блондинки бывают одиноки. Рыжие, как пламя, и звонки, как льдинки, бывают одиноки брюнетки и блондинки. Вот. Офигеть! Очень круто. Неожиданно. Спасибо большое. А вы откуда такие прекрасные? С Дагестана. Фух, класс! Редко бывает, когда, знаете, песня так точно попадает. Вы так просто сказали про брюнетку и блондинку. Это реально очень круто. Да, очень прям. Спасибо большое, спасибо. Вы тут часто? Редко попадаются люди, у которых реально голос хороший. Ну, я работаю над этим. Надо было в колледже выступать, а то у нас одни дауны выступают, которые петь не умеют. Че, за колледж музыкальный, что ли? Нет, медицинский. И там праздники бывают, и они, короче, включают песню громко и подпевают на фоне. А, под плюс херач. Нас заставляют 2 часа слушать. Ужас. Ну, походу, тебе надо в свои руки все брать это. А ты и вам двоим выступать. Это мои планы. Ты откуда такой прикольненький? Я из Казани. Казани. Знаете круто. Такое место? Да, там этот мечеть синяя, вот эта вот голубая, славится. Да. В Кремле. Приезжай в Дагестан. Да. Окей, ладненько. И с чего начать надо путешествие в Дагестан? Вкусно покушать. Вкусно покушать. Ехать в горы. Покататься там на гидроцикле. Спрыгнуть с каньона. Вот этот джампинг, где ноги привязывают, да? Да. Искупаться на море. Ну, не сейчас. На сапах покататься.
Зимой на озере, на тоже на гидро вот этим цикле покататься. А, но вы все это уже проделали, да? Рекомендуете? Кроме прыгнули. Да. А, боитесь? Осталось В этом прыгнуть. году будем, ой, следующим летом будем прыгать. Знаешь, на кого ты похож? Нет, Ты не мне знаю. напоминаешь это своей энергетикой на Алексея Воробьева. А, нифига, давно не вспоминали его, кстати. Да ты мачо, я тебя Стой, ты можешь играть на гитаре? Да, конечно. Ты можешь играть что-нибудь? Пожалуйста. Пачку сигарет в моем кармане. О, нифига, ты Нет, вспомнила. нет, нет, нет. Давай, все давай, равно. давай, Ну, в давай. смысле, все равно. А пачка сигарет? Давай. Да? Давай, я. Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? А что дальше? Куплет не помню. Супер, молодец! Обалденно просто! Вау! Спасибо, у вас что за пати там? Вписка, что ли? У нас, мы с друзьями, на самом деле, просто они говорят не по-русски, поэтому Ну, это проблема, но не важно. а вы не в России, получается? Я... Нет, у меня живет бабушка в России, и я хочу скоро к ней приехать. Ну, жить. Она живет... А вы в Германии? А... Я сейчас, да. Yes, определил. Вот спортсменки. Здравствуйте. Вы не Дима Масленников? Кстати, не первый раз сравнивают. Но, а вы любите Диму Масленникова? Обожаем. Вы спортсменки? Нет? Да. Сколько раз подтягиваетесь? Три. Я Три пять. каждая? Или, опа, пошла жара. Два, три. Че, соревнования, кто больше? Четыре. Давай. Я судья Я не... сегодня. Не будешь? Нет, ты топчик, топчик. О, блин, я сбился. Сколько раз? Бомба. Подружка не будет, да, последняя, я так понимаю? Нет. Почему? Так легко сдаешься? Да. Меня слышно, девчонки? Да. Что Вместо играете? меня. Да всякое. Что предпочитаете, то и играю. Что? Современного или типа старого? Рок, рэп, Современного хип-хоп. что-нибудь. Какую-нибудь лирику или Оля Лукина. Вот это было бы мощно, но как бы на гитаре такое сыграть. А, я лирика Сектор Газа подумал. Чё, ничего не нашла? Ну, сейчас, прям вот секунду. В Я не Яндекс.Музык знаю. заходишь? Или куда? Нет. Не знаю, сможете, нет? Сейчас. Сейчас, секунду. Слышите, нет? Это чё, Джизус, что ли? Я потише. Уже все. Слушай, ну да, я знаю Джизус, не конкретную эту песню. Ну, девочку в классе там. Давайте, девочку в классе. А, блин, сложно ее петь, конечно. Типа вот это. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой Расскажи о том, как со мной поступила. Позже расскажи, как тебя похоронил. Мое сердце льет, значит, твое сердце льдина. И поэтому... Отлично.
Предыдущий ролик «Гитарный чат рулетки» смотрите по ссылочке на экране или в подсказках. На этом все, ребята, поставьте лайк, чтобы видео разошлось. Напоминаю, что в моем телеграм-канале вы можете найти неизданные, не вошедшие реакции по ссылочке в описании или вот сканируйте QR-код. Там же найдете фото, видео, анонсы, близкое общение со мной, а также песни, которые исполняю в чат-рулетках в формате MP3. Качайте, ставьте на звонок и увидимся. Пока!